Всем привет, мои хорошие, с вами Экоимери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет уборка моей комнаты. Ну, в общем, как всегда, вы уже привыкли к такому состоянию моей комнаты. Поначалу подписчики не верили, что у меня бывает вот такой вот бардак, но сейчас вы уже поняли, что это правда по моим историям. Кстати, если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно сделайте это, ссылка будет в инфобоксе. А это следующая часть моей комнаты. В общем, что я хочу проделать сегодня? Нужно убрать все зимние вещи, в основном это будут куртки. От некоторых я буду избавляться, в ролике вам покажу всю одежду, от которой я хочу избавиться. Здесь нужно сделать порядок, в общем, все как всегда. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь вместе со мной. А тут я. Привет! Итак, первое, с чего мы всегда начинаем, это кровать. Нужно собрать постель, разложить все эти игрушки, вещи по местам, чтобы все было аккуратненько, чистенько, красивенько. Также, кстати, я поменяла плед, который вам недавно показывала во влогах. Никому не нравится мой плед с конем. А вот и, кстати, мой новый плед. Как вам? Он очень-очень мягкий на ощупь, очень приятный. Так, с кроватью, значит, порядок. Здесь уже красивенько, чистенько. Что мне не нравится в этом пледе? Посмотрите, какой он тонкий. Даже вот неровности на кровати прям сразу видны. А так очень приятный на ощупь. Цвет тоже очень красивый, хоть и не розовый, но мне кажется, сочетается. Теперь начинаем убирать все, что лежит на этом столе. Как всегда, когда я переодеваюсь, я все вещи кидаю на этот стол. И это как раз те вещи, которые я одевала вчера или позавчера. И сегодня, кстати, тоже. Теперь, значит, начинаем вытирать пыль. Я это делаю обычными влажными салфетками. Они просто немножко плотнее, чем обычные. Это для детей предназначены влажные салфетки. Просто запах у них прям отвратительный. Далее, значит, я вытащила из шкафа все свои джинсы, вообще всю одежду вынула. И сейчас буду разбираться, что же из этого мне нужно, а что нет. Вроде джинсов много, а любимая пара только одна. Моя уборка очень сильно затянулась, потому что я начала разбирать еще и свое белье. Вроде бы здесь сделала порядок, осталось вот эти вот три ящика. Я, кстати, сегодня почти без тонального средства. Я просто немножко нанесла пудру на лицо и вообще решила, что хоть изредка нужно отказываться от плотных тональных основ. Даже, может, прикуплю себе какой-нибудь новенький BB-крем или что-то в этом роде. Что я делаю здесь сейчас? Я жду Перванет. У нас с ней есть некоторые дела. Она переехала в Азербайджан. Это очень радует, потому что теперь мне не будет скучно.
А вот и она, наконец-то. Наконец-то. Где ты была так долго? Сколько можно опаздывать? Скажи всем привет. Всем привет. Сижу, жду. Смотрите, какие интересные ручки. Господи, как вонят. Два маната. А еще есть вот такие. Милота, не правда ли, это карандаш? Смотрите, какая интересная рамка. Стоит 15 манат. Но мне, если честно, больше понравилась вот эта. Она стоит 19. Смотрите, как блестит. Я как сорока люблю все блестящее. А теперь мы должны встретиться с моей подругой Лалочкой. Вроде как я ее не вижу, но она сказала, что она около метро. Тебе не показывать? В общем, я встретилась со своей подругой, которая не хочет в кадр. Мы сейчас идем с ней в наш бывший университет. Ну, как бывший. Раньше мы учились в этом корпусе, сейчас там колледж. Как раз покажу места, где мы познакомились. Шалали. И не только, кстати, Шалали. Много важных людей я встретила в этом университете. Находится он на Нариманова. Это что за автобус? Смотрите, какой милый автобус. Школу ходить туда и обратно, туда и обратно. Для меня это как своеобразная ностальгия, потому что я училась в этом корпусе только на первом курсе, а это 4 года назад. Мне интересно опять посетить эти знакомые кабинеты. Не знаю, удастся ли мне вообще проникнуть внутрь. Посмотрим. За этот путь каждый день, как здесь все изменилось. Здесь была одна часть университета. Кстати, надпись не поменяли, да? Сейчас немножко по-другому называется наш университет. Попробуем зайти внутрь. Закрыто. Почему не закрыли, а? Сейчас каникулы, что ли? Наверное, уже занятия здесь закончились. Здесь теперь колледж. Голубки, идите ко мне. Вдруг меня осенило, что все туристы, которые приезжают в Азербайджан, фотографируются вот здесь. А у меня нету фотографии вот здесь. Хотя я живу в Баку уже, наверное, 7. Давайте вам немножко города поснимаю. Так, я уже дома, решила вам показать разбор своей одежды. Уборку я уже вам сняла. Вот эту вот курточку решила выбросить, избавиться от нее решила. Заказывала я ее с сайта AliExpress, вам хвалила, мне очень нравился цвет, но она очень быстро износилась. Вот здесь вот оторвалась вот эта клепка. И, кстати, вот фурнитура немножко потемнела, правда, вам на видео это не очень заметно. Но в чем беда заключается? Посмотрите на эти пятна. Так получилось, что на работе я засунула свою куртку в ящик, точнее, в шкаф, где была краска из-под принтера Epson. Поэтому у нас получился такой вот результат. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем пока.